черговий тренінг для представників малого та середнього аграрного бізнесу організував благодійний фонд «Ласка». Відбувся захід у приміщенні Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки. Її керівник Тетяна Розкіна наголошує не лише на інформаційній, а й на соціальній функції бібліотеки. На протяжении многих лет работаем с фондом «Ласка». У нас есть договор о сотрудничестве. И предоставляя помещение для тренингов, мы уверены в том, что, как и в данном случае фермеры, они обеспечивают наше будущее. То есть мы предоставляем помещение, они пишут проекты, гранты выигрывают и таким образом развивают хозяйство. А мы считаем, что библиотека обязана этому процесу способствовать. Такі зустрічі в першу чергу дають змогу обмінятися досвідом, просто познайомитись і, можливо, налагодити співпрацю. Тяга була з дитинства до цього. Я перше своє плодове дерево я привів, мені було років 6 або 7, десь отак, і у мене вийшло, мені понравилось. Я цим увлекався після того, як закінчив учебу, женився, я почав займатися розведенням цвітів, тому що этим занимались моя бабушка с дедушкой, как бы и родители, и я продолжил это. И начали заниматься овощами, потом впоследствии практически мы выделили для себя именно декоративное цветоводство, декоративные кустарники и так далее, и плодовые, экзотические, там цитрусовые, малина, смородина и так далее, и деревья. Познакомился с агрономом с одним, и мы с ним начали заниматься обрезкой. Он меня как бы обучал, консультировал. И мне это просто очень нравится, и я этим занимаюсь. Я это уже пятый рік вирощую. Один из видов смородини – это золотиста смородина. По-перше, она найбільш посухостійка з усіх видів смородини. Вона не вибаглива практично до ґрунтів, росте на будь-яких ґрунтах. Урожайність, звичайно, цієї смородини залежить від, якщо мінеральне добриво, скажімо, догляду. Чим краще догляд, тим краще на будь-якій землі буде рости ця ягода. І, звичайно, радувати нас своїм врожаєм. Якщо брати нашу зону, а це південь, то необхідно займатися саме тими культурами, які у нас, скажімо так, і з покрім віку культивувалися. Це вишня, черешня. Тобто для них вони пристосовані до нашого клімату. Тому, в принципі, саме цим не брати якісь там цитрусові, так, можна отримувати врожай, але вони не будуть мати того, скажімо, об'єму або великі затрати праці. А так як воно районовано, знаходиться в нашій степній зоні, то, в принципі, груша, теж гарно росте, персик, зараз клімат змінюється. Якщо раніше це Крим був, південний берег Криму, то зараз це клімат поступово змінюється, і в нас вже тут на Миколаївщині вже майже практично так, як було 15-20 років в Криму. Тому можна вирощувати персик в наших умовах, і він буде себе добре, дуже добре буде поводити. Ягоди приваблюють аграріїв доволі високим рівнем рентабельності. Ежевика и малина на данный момент они адаптированы к нашей местности. Если там голубика, то и к ней надо приспособиться, то кислые почвы иметь, то ежевика и малина, они к нашему региону приспособлены. Ее можно садить не на один год, а на несколько лет, ухаживать легко. И капельный полив тоже можно использовать для этой культуры. То есть это не каждую весну, не каждую осень там люди не будут на коленках ползать, рассаживать там материал посадочный. То есть это действительно рентабельная культура очень. А если идти дальше, то дальше мы уже тоже планируем редкие сорта покупать, которые сегодня на рынке больше 100 гривен стоят. Это интересная тема. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас не особо развито производство ягодной продукции, и это является довольно прибыльным, скажем так. И есть нужда в посадочном материале ягодных культур, таких как малина, смородина, крыжовник, ежевика и так далее. И есть нужда и в ягоде. Есть рынок сбыта, поэтому это рентабельно, это сейчас актуально. Рентабельно, в смысле, по сравнению с другими культурами?
Ну, по сравнению, например, даже с овощами. Если у меня ограниченное количество площади, я лучше засажу ягодник, чем овощи. То есть это будет выгоднее? Это будет выгоднее. Якщо вийти на ринок, то відразу видно, що ціна на ягоди коливається як мінімум від 20 гривень і вище, тому цим займатися потрібно, на відміну від овочевої продукції, яка в даному році взагалі практично як для фермера дуже мало коштує і як такого прибилі майже не приносить. Тому ягідництво, плодівництво – все зараз випливає на перше місце. Попри різні думки з цього приводу, виявляється, на Миколаївщині нормально приживаються навіть екзотичні рослини. Цитрусові, гранат, інжир, голубіка. Ну, в принципі, в некоторому роді у нас ще до сих пор не розвита, ежевика не сильно производится как промышленная культура, поэтому тоже можно ее отнести к экзотическим. Инжиры нормально приживаются, гранаты нормально, но требуют укрытия. Некоторые люди этого боятся, но так же самое, как виноград, некоторые сорта не укрывают, хотя если их укрыть, будет результат гораздо лучше. И профессиональные виноградари всегда укрывают весь виноград, любой морозостойкости. Так же само укрывается инжир, так же само укрывается гранат, и он успешно зимует и успешно плодоносит в наших условиях, довольно-таки хорошие урожаи дают. Ну, в основном выращиваем субтропических культур, начиная от хурмы, хурма, инжир, зизифус, гранат, азимина. Также растут бамбук, свободно растет без проблем. Это проблема, с ним только бороться, потому что это очень вредное дерево. Кактус растет, и кактусы растут, и плодоносят. И в том числе маракуйя. Никто не ожидал, что чисто тропическое растение Бразилии маракуйя у нас может свободно расти. Значит, растет лиана, как виноград, всего лишь на зиму вверх можно к земле и прикрыть, можно просто обрезать, она весной восстанавливается, начинает зацветать. Ну, пока что я не получил подношения, потому что я не ожидал, что у него своеобразный характер плодоношения. Она чисто на цвету должна быть. А я семена брал, готовых плодов снимал на Дунае, там растет она свободно, без проблем и плодоносит. Вот оттуда. И оттуда в том числе и одно из сортов хурмы взял, латари или не тари, вот там желтого цвета. Это может быть оказаться единственный сорт хурмы желтого цвета весом 80-150 грамм, ну, в среднем 100-120 грамм плоды. Там же на Дунае и растет дерево, которому уже больше 80 лет, хурма, посаженная по легенде королем Михаем, это бывшие охотничьи угодья. Вот оттуда мы сделали прививку, и она у нас прекрасно растет. Правда, она немножко поздновато, начинается созревание в конце октября, в начале ноября. Но кроме этой хурмы растут еще остальные, порядка 20 сортов. В этом году заплодоносило 14 деревьев, хотя цвело 18, то сбросило плоды. Вот из этих 14 деревьев около 6 сортов я просто принес показать, как они здесь выглядят. Весом от 50 грамм, еще бывшие гибриды, сейчас они уже под номером идут, вернее не под номерами, а через госреестр прошли, присвоили им официальное наименование. А так гибриды 15-10, 15-30, 15-25. Сейчас они у нас свободно растут, и они оказались одни из самых хороших и морозостойких сортов. Значит, тем паче один из гибридов оказался по свойствам близок к корольку. Йдеться про містечко Вилкове в Одеській області. А на подвір'ї Кирила Шарченка у Старій Богданівці росте ще чимало цікавих культур. Гранати, 4 сорта, 5 кустов. Тоже всевозможные сорта, правда, они требуют укрытия. Если хурма растет без проблем в нашем регионе, без укрытия, с Новой Каховки, директор ботсада, когда приезжал к нам, мы с ним проехали по побережью от Николаева до Парутина, он просто просмотрел виноградники наши, эти места, и сказал, это одно из хороших районов, мест, где будет благодатно себя чувствовать это растение. Единственное, что только немножко требуется полив, так как она более-менее влаголюбивая хурма. А зимина тоже растет прекрасно, уже, слава богу, 12 лет одному дереву, второму лет 6 или 7, не знаю, плодоносят уже 2 года, ну, урожай в прошлом году был исключительно, в этом году не очень большой, но все равно 2 разных сорта. В этом году мне еще обещали прислать азимину, тоже 3-й сорт.
Значит, я думаю, что мы тоже его посадим. А семена начинают плодоносить от конца августа до начала ноября. Значит, ранняя, средняя и поздняя. Ну, у меня средняя и поздняя два сорта, а ранняя пока нету зимины. Вот ожидаем, пришлют. Можливо, будуть корисними і поради щодо введення рослин в зиму. Гранаты, я говорю, тоже проблем нету, как инжир, они требуют укрытия. Но укрытие не обязательно, как в основном рекомендуют, закапывать или прикапывать землей. Я определился достаточно всего лишь, если уже взрослые, где-то 1,5-2-3 метра, вот такие кусты или деревья. Значит, всего лишь делать типа пирамидки, то есть основание немножко больше к земле, вверх-выше. Транспортерная лента или любой другой неукрепленный материал, в том числе можно даже этот самый линолеум высотой до 1,5 метра обкладывать так. И сверху набрасывать какой-то там пенопласт, пустые бутылки, то есть немножко как привязать к земле, пригнуть, чтобы ниже рос, и обкладывать. И создавать обязательно воздушную прослойку между самим кончиком растения и укрывным материалом порядка 100 миллиметров. Тогда вот эта воздушная подушка образуется и не промерзает и не обмерзает эти кончики. И он плодоносит прекрасно. Значит, один год, здесь в альбоме есть фотографии, тут небольшой урожай, один год из двух кустов порядка 130 плодов получили. Як ми змогли пересвідчитися, ягідництво дійсно має великі перспективи у нашому краї. Впевнений у цьому і один з учасників зустрічі – директор фермерського господарства «Агролайф» Володимир Хомут. Він створив у Миколаєві унікальне виробництво з вирощування та підживлення рослин, що називається «інвітро» у пробірці. В ламінарних шкафах растіння, значить, режут, мы называем эту процедуру режут. То есть в зависимости от того, от производственной необходимости, их режут или на укоренение, или на дальнейшее умножение. Высаживают специальную среду, которая сварена на основе водорослей агар-агар с микроэлементами и макроэлементами, различными ферментами, которые там позволяют это растение или размножать для того, чтобы, то есть, или укоренять. Це виробництво заслуговує на окрему сторінку. Тож рівно за тиждень ми розповімо докладніше про господарство «Агролайф».